Всем привет! С вами канал «Все о планшетах» и тема сегодняшнего видеоурока «Как работать с файлами и папками и с ярлыками на планшет». Ну, в первую очередь мы будем вести речь, конечно, о планшетах на операционной системе Android, однако немножко коснемся и других планшетов. Итак, как создать папку на рабочем столе? Очень просто это делается. Нам достаточно просто выбрать приложение, которые мы хотим объединить вместе с другим приложением в одной папке. Ну, например, вот у нас есть браузер. Мы делаем долгий этап на ярлыке этого приложения, пока его ярлычок не прицепится к пальцу и вот так вот не будет следовать в любом месте, куда бы мы его ни направили. И затем нам остается только найти приложение, с которым мы хотим его вместе разместить. Ну, например, вот у нас есть еще один браузер. И просто наводим сверху этот ярлык, ставим. И у нас автоматически образуется папка. Эта папка по умолчанию идет без названия на Android-устройствах. И для того, чтобы придумать ей название, нам достаточно просто тапнуть на вот это место, где написано «папка без названия». И здесь уже указать название этой папки, и все, теперь у нас уже папка будет с названием. Ну и таким же образом мы можем любое другое приложение, вот, например, у нас есть YouTube, и можем его точно так же туда отправить, но сделать это нужно, видите, точно, чтобы не промахнуться. Для того, чтобы удалить такую папку, нам необходимо ее открыть. То есть мы просто тапаем. Вот у нас открылась папка. Здесь есть свои приложения. Мы опять же зажимаем и удерживаем приложение, которое мы хотим удалить из папки. И опускаем его вниз, за пределы окошечка. Да? И таким образом папка наша, если мы все приложения оттуда вытащим, то папка автоматически удаляется. Теперь несколько слов об удалении ярлыков. Иногда у нас на рабочем столе находятся какие-то лишние ярлыки, которые мы хотим удалить. Удаление ярлыков происходит очень просто, но здесь есть нюанс, о котором необходимо знать. То есть удаление происходит таким образом, что мы выбираем, например, приложение, которое хотим удалить, и зажав его, мы просто... Ну, вот, например, такое. Отправляем вверх до тех пор, пока у нас не появится вот такая корзинка. И после корзинки у нас появится вот такое предложение, как бы удалить этот ярлык. Однако в некоторых случаях, на некоторых Android-устройствах и на всех Apple-устройствах, вот таким образом удаляя ярлык, мы удаляем не только ярлык, но и само приложение. То есть будьте осторожны, потому что иногда мы хотим удалить просто ярлык, не удаляя приложение, но в то же самое время вот такое действие на некоторых устройствах приводит к тому, что удаляется и ярлык, и приложение. При этом нужно понимать еще и такой момент, что ну, как бы происходит обратная ситуация, то есть удаляя ярлык, мы не удаляем приложение, хотя нам нужно удалить приложение. Стандартный способ удаления приложений на Android-устройствах – это общие настройки. В общих настройках находим пункт приложения, и здесь мы находим список всех установленных приложений, выбираем то приложение, которое хотим удалить, жмем кнопку «Удалить», подтверждаем удаление, и теперь уже наше приложение окончательно удалено из памяти устройства. То есть вот таким образом мы осуществляем манипуляции с ярлыками и папками на Android-устройстве. Ну, в принципе, и на Apple-устройствах все очень похоже. Но все это выполняется в памяти устройства. Если к планшету подключается SD-карта, то создавать и производить манипуляции с папками и файлами на SD-карте необходимо немножко по-другому. Для этого обычно используется файловый менеджер, в частности, мы можем использовать какой-то стандартный диспетчер файлов, например, ну, в моем случае вот есть такое приложение File Explorer, и здесь вот у нас есть возможность переключаться между встроенной памятью и SD-картой. Вот мы переходим, например, к SD-карте и
Нажав вот сюда на троеточие, мы можем выбрать пункт New Folder, то есть новая папка, и будет создана новая папка для того, чтобы там хранить какие-то файлы или данные. Но вот этот встроенный файловый менеджер, он в зависимости от устройства может очень сильно отличаться и по внешнему виду, и по функционалу, и, откровенно говоря, они не всегда удобные. Поэтому лучше всего использовать, особенно когда речь идет об Android-устройствах, сторонние приложения. В частности, одно из наиболее популярных это либо вот ES-проводник, либо Total Commander. Ну, я продемонстрирую работу Total Commander. Мне он нравится тем, что у него есть два окна, две панели, и благодаря этому присутствует возможность очень удобная для того, чтобы перемещать, копировать файлы, папки и так далее. Делается это следующим образом. Ну вот у нас есть папка, и, например, в этой папке мы хотим создать свою какую-то папку. Для этого я выбираю вот ту половинку, в которой я хочу создать папку. То есть, ну, вернемся в самое начало. Хочу просто продемонстрировать стартовое окно Total Commander, хотя я думаю, что многим пользователям оно должно быть знакомо. Итак, здесь мы выбираем, ну вот, SD-карта. Наш SD-карта 2 это вот та флеш-карта, которая подключена к памяти планшета. И здесь я, например, выбираю папку вот такую, и хочу в этом месте создать еще одну дополнительную папку. Нажимаем троеточие, у нас появится вот такой пункт «Новая папка», и здесь нам остается только придумать ей название. Ну, например, мы придумаем вот такое название, F1, вот она добавилась, эта папка. И все, пожалуйста, мы можем в эту папку уже копировать какие-то данные из другой папки, да, то есть, ну, например, вот эти файлы хотим переместить сюда. Для этого мы нажимаем на пиктограммки этих файлов до тех пор, пока у нас не появятся вот эти галочки. Ну, то есть однократное нажатие, оно приводит к тому, что как бы файлы эти отмечаются. И дальше внизу у нас есть кнопка для того, чтобы либо копировать, либо переместить. Выбираем тот вариант, который нам больше подходит, ну, к примеру, переместить. И вот через несколько секунд эти файлы у нас отправятся в папку F1. Вот мы заходим в папку F1, вот здесь, и вот видите, эти файлы уже находятся здесь. Ну и, соответственно, точно так же мы можем поступить в обратном порядке и переместить их назад. И теперь наша папка F1 пустая. Для того, чтобы папку удалить или удалить любой другой файл, мы выбираем его галочкой и нажимаем вот сюда на красный крестик и подтверждаем удаление. Все, папка удалена, файл удален. И вот таким образом можно выполнять действия с файлами и папками не только в памяти устройства, но и на SD-карте. Очистка памяти на планшете, да? То есть как, например, очистить внутреннюю память устройства и SD-карту. Все это предусмотрено системными возможностями самой операционной системы Android. Если говорить о планшетах под управлением Android, делается это таким образом. Мы идем в общие настройки нашего устройства. Здесь мы находим пункт «Память». И в этом пункте у нас будут отображаться все подключенные к устройству накопители, как то внутренняя память и SD-карта. Если подключен, например, USB-флеш накопитель, то он также будет здесь отображаться. Если говорить о внутренней памяти, то внутреннюю память мы можем очистить, инициировав процесс заводского сброса. То есть, когда мы полностью форматируем устройство и приводим его в состояние, в котором оно было, когда мы его только приобрели, но новое. Естественно, при этом удалятся не только файлы, которые хранились в памяти устройства, но и все приложения, все настройки. То есть, устройство придется настраивать заново, и многие приложения придется устанавливать заново. Ну, а файлы, которые хранились, например, фотографии или какие-то документы, они будут удалены безвозвратно. Если речь идет о подключенной к планшету SD-карте, то SD-карту можно очистить из вот этого пункта «Память». В самом низу у нас отображается SD-карта, вот она, и здесь есть такой пункт
извлечь SD-карту и очистить SD-карту. И вот этот пункт «Очистить SD-карту» он и позволяет произвести форматирование, когда все, что хранится в памяти SD-карты, будет удалено. Пункт сброса на заводские настройки находится немножко ниже. Восстановление и сброс. Мы заходим сюда, и здесь у нас есть пункт сброс настроек. Переходим в него и просто нажимаем кнопку сбросить планшетный ПК. В течение нескольких секунд будет выполняться сброс, затем планшет перезагрузится, и после перезагрузки нужно будет по новой вводить ваш аккаунт Google и выполнять по новой настройку планшета, но при этом все приложения и все данные, которые хранились в памяти устройства, будут полностью удалены. Ну и последний момент, которого хотелось бы коснуться, это поиск файлов или папок на планшете. Опять-таки мы будем касаться вопроса этого на планшете под управлением Android. Ну, как такового поиска, ну, как бы это довольно сложный процесс, вот так, как мы это делаем на Windows, да, то есть мы там запускаем какую-то поисковую строку, вводим там запрос, и система ищет тот или иной файл, то, допустим, в Android это работает немножко не так, ну, как бы самый простой способ, да, вот, например, мы где-то в браузере открыли сайт, где скачали какой-то файл, но мы не знаем, куда этот файл скачался, как его найти. Для этого нам необходимо открыть файловый менеджер, которым мы пользуемся. Ну, в частности, это вот, может быть Total Commander. И здесь мы, находясь вот на главной страничке, в корне, так сказать, нашего устройства, мы выбираем сначала внутреннюю память. То есть, как правило, все загрузки и закачки по умолчанию идут именно в память внутреннюю устройства. И здесь нас, ну, здесь, как видите, огромное количество разных папок, однако многие папки имеют соответствующие названия. Да? То есть, если это FB, то, соответственно, это приложение, которое относятся к этой категории ВКонтакте, значит, вот какие-то файлы, которые хранятся от данного приложения. Если речь идет о фотографиях, то, как правило, фотографии хранятся в папке DCIM, и в этой папке нам необходимо ее искать. Если речь идет о видео, то видео, как правило, хранятся в папке 100andro. Вот камера. В этой папке также хранятся фото, которые мы делаем нашим устройством. Если речь идет о том, что мы что-то загружали, например, то для этого есть отдельная папка Download, и по умолчанию многие приложения закачиваются именно сюда. Ну, и не только приложения, вообще файлы или папки. Вот у нас есть ВК, это опять-таки контакт, да. Вот есть папка UC Downloads, то есть это папка, которая связана с конкретно браузером UC, да, и его загрузками какими-то, ну и так далее. То есть, в общем-то, обращаем внимание на вот MX браузер, пожалуйста, ну и так далее. То есть по названию папок мы можем определить место. Если, например, речь идет о файлах Bluetooth, то переданные по Bluetooth файлы также помещаются по умолчанию в соответствующую папку. Вот папка Bluetooth, и здесь у нас будут храниться те файлы, которые мы передавали по Bluetooth. Ну, собственно, вот это и все, что касается вопроса работы с папками и ярлыками на планшете. С вами был канал «Все о планшетах». Всем пока, и помните, что любую проблему можно решить, главное знать как.